Но видишь, кубок, по-моему, который нам зашли вместе, тогда играли только казахи весь турнир. И поэтому я даже не принял, скорее всего, ни одной игры. А тот кубок, в котором я поучаствовал, по-моему, Алип еще не был, да, не было еще и 16. Но, тем не менее, скажем так, статистические сайты не врут. Да. Медаль есть. И очередную медаль получают футболисты «Зенита», которые взяли все три трофея этого сезона. Суперкубок, напомню, выиграли в начале сезона в матче в Казани у ЦСКА в серии пенальти. Победили в чемпионате, и вот оно, золото кубковое. Ну, видишь, это говорит о том, что все-таки футбол логичен. И когда «Зенит» имеет большее преимущество, играет лучше, интереснее, и случаются проколы либо в суперкубке, там, как с «Локомотивом» был, да, либо в кубке вылетают раньше. А тогда, когда «Зениту» дается все тяжело, с натугой, с напряжением, мы смотрим финальную таблицу, и там три титула. Алексей, какой вывод из этого? Смотри, учись. Ну так, замечательно. А по как-то разжевать, если? Не, ну что разжевать, если? Ну, на самом деле, я хочу сказать, что в концовке этого сезона пропотели не только легионеры, запасные болельщики, даже эксперты. Потому что действительно, ну не хотелось больше таких концовок, потому что все, что касаемо результата, да. Но как-то очень волнительно. Если мы говорим о том, что действительно лидер «Зенит» России. Ну, не знаю. Или, может быть, «Зенит» переходит в режим, ну, условный, вот этот режим «Реала», когда чем хуже, тем лучше, да, когда мы отдадим сил для победы столько, сколько нужно. Или ну, другая история? Нет, я думаю, что «Зенит» как раз, особенно по весне, отдал очень много сил, другое дело, что многое не получалось. Если уже, ты говоришь, мостик к следующему сезону по Балтике, то по «Зениту» тоже можно сделать. Вот вначале составы, посмотрели. В следующем году будет вот этого качества, может не хватить для победы ни в одном из турниров. Потому что и «Спартак», и «Локомотив», и «Динамо», и «ЦСКА» все команды будут на порядок сильнее в следующем году. Ну а сейчас можно только радоваться вам, пацаны. Александр Дюков, глава Российского футбольного союза, вместе с главой российского спорта несут этот трофей, чтобы вручить его капитану Дугласу Сантосу. «Зенит» Санкт-Петербург, обладатель «Фонбет» Кубка России по футболу. Они опять сделали это, они опять вырвали трофей из рук и слаб соперника в самый последний момент. Все три трофея команда взяла. Вот он триумф петербуржцев. Вот он триумф петербуржцев. Будет церемония награждения, будет церемония празднования. И, кстати, будет еще и целая концертная программа. Никуда они не разбегаются.